Четыре самолета Як-130 приземлились сегодня днем на Бобруйский военный аэродром. Небольшая небесная эскадрилья впервые прибыла к нам в гости. Это часть тренировки военно-воздушных сил. Главная задача для бобруйчан – это с наименьшими временными потерями заправить машины и подготовить их к повторному взлету. Благо, вся имеющаяся инфраструктура для этого есть. И благодаря высокому профессионализму военнослужащих 83-го инженерного аэродромного полка поставленная задача была выполнена. Продолжительность заправки составила от 1,5 до 3,5 минут. Самолеты заправлялись практически одновременно. Это очень хороший результат. И хочется выразить слова благодарности и командованию 83-го полка, что в такие короткие сроки, можно сказать, с высоким качеством была выполнена поставленная задача. Як-130 – единственный в мире учебно-боевой самолет с характеристиками, аналогичными современному реактивному истребителю. И отрадно отметить, что этой тяжелой машиной, а точнее целой эскадрилью, командует бобруйчанин Николай Смолянинов. Наш земляк с детства мечтал сидеть за штурвалом самолета. Начинал обучение в Бобруйском аэроклубе, а завершил его в военной академии. И уже на протяжении долгого времени защищает мирное небо над нашими головами, передавая свои навыки и высокий профессионализм новому поколению летчиков. Тяжело, но интересно. Интерес перебарывает. Все впечатления в воздухе, они просто не описать. Как говорится, кто побывал в воздухе, уже обратно не хочет. Як-130 может поднять до 3 тонн средств поражения. Также он оптимально подходит для подготовки летчиков. Цифровая панель позволяет смоделировать на экране оборудование различных типов самолетов, даже тех, что еще только поступят на вооружение. Сегодня закупка и модернизация техники – одна из важнейших задач, стоящих перед вооруженными силами Беларуси. В этом году белорусские летчики получат первую партию современных многоцелевых истребителей Су-30СМ. Ну а пока Яки гордо и с полным баком покинули бобруйскую землю. Максим Кемель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.